Отдел «Центр предоставления административных услуг и по рассмотрению обращений граждан» является структурным подразделением администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики. Отдел располагается в фойе здания администрации на первом этаже. Контактные телефоны 200-03-200-16. Отдел ведет свою работу в нескольких направлениях. Оказание гражданам разъяснительной и консультативной помощи. Непосредственный прием письменных обращений граждан, организация проведения личного приема главы администрации и его заместителей, работа с заявителями по вопросам оформления документов через административный центр, координация работы органов самоорганизации населения, председателей квартальных комитетов. Специалисты отдела с начала 2022 года приняли более 18 800 обращений от жителей Красного Луча и подведомственных населенных пунктов, обратившихся по различным вопросам. Всего за 2022 год в отдел «Центр предоставления административных услуг и по рассмотрению обращений граждан администрации города Красный Луч» поступило 18 852 обращения, более 16 000 обращений за заверением справок о составе семьи, 2228 обращений с письменными заявлениями, а именно выдача архивных справок о стаже работы и заработной плате 861 обращение, вопросы земельных отношений 565, вопросы жилищно-коммунального хозяйства 239 обращений, вопросы экономического развития, торговли и транспорта 136 обращений, вопросы социальной направленности 280, вопросы региональной политики и строительства 115 обращений и вопросы в сфере охраны объектов культурного наследия 32 обращения. Все обращения граждан находятся на личном контроле главы администрации.